Привет, друзья! Куда я сейчас иду? Никто не знает. А я иду на Excel London, выставка бизнес-шоу. Иду просто для того, чтобы посмотреть, что происходит нового в бизнесе. А в бизнесе нового не происходит абсолютно ничего. Весь англоязычный мир шевелится, движется куда-то, очень активен, не спит и не ждет, естественно, ни от кого помощи. И вот сейчас я на этом очень важном для этого мира и другого бизнес-выставке, бизнес-шоу. Посмотрю, а много ли наших соотечественников является представителями тех или иных направлений. И вообще, что здесь можно обнаружить полезного для наших соотечественников. Знаю, что здесь есть достаточное количество европейцев, но постсоветского пространства нету, которому, в принципе, можно было бы много что показать. Но нужно ли показывать? Welcome! Здесь на шоу колоссальное количество обучающих встреч, моментов, которые помогут людям сориентировать свою... Так, вот здесь выход, сейчас надо пойти зарегистрироваться. Да, ткнулись не туда. Вообще на Excel происходит колоссальное количество выставок. Вот, это комьюнити какое-то, встреча, Adobe, тра-та-та. А мы идем дальше на наше бизнес-шоу, которое совсем находится на другом. Это какой-то саммит по бизнесу, технические лаборатории. Короче, жизнь бурлит, страна развивается. Самое удобное место для решения своих вопросов, посещения необходимых коллективов, это, конечно, всякие встречи. То есть не нужно ездить по фирмам, заранее обговаривать время. Для этого и существуют выставки, для того, чтобы на них определиться со своей позицией и с направлением движения. Вот показываю название веб-сайта. Я думаю, вам это будет полезно. Каждый, кому интересно по бизнесу, вот смотрите. Excel.London. Поехали. Здесь возможности колоссальные. Очень много разных павильонов, разным назначением. Но все связано бизнесом. Клиентские встречи. Куча кафешек. Ну, нам кафешка сейчас не нужна. Нам нужно найти то, что нам нужно. И потом посмотрим. Вот еще по дороге заметил интересную встречу. Тут читайте сами. Самый большой европейский митинг по коллаборации. Ну, грубо говоря, по сотрудничеству. Круто, круто. Сюда, ребята, можно ходить через день. И всегда находить важную для вас информацию. Вот, подходим к цели нашего захода. Это регистрация входа на бизнес-шоу. Получим, естественно, бейджики. И смотрим 41-й бизнес-стартап. Смотрите и запоминайте. Вот здесь вход, здесь регистрация, получение бейджиков.